Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 14 декабря – День Наума, назван в честь святого пророка Наума. Он предсказывал задолго до Христа. Наум повторил грозное пророчество, ранее изреченное на Ниневею пророком Ионою. Он предсказал падение и погибель Ниневии как наказание за ее беззаконие, за разрушение Израильского царства и за хулу на Иегову. Видя, что пророчество Иона не сбывается, люди обратились к прежним злым делам. Бог покарал их. Ниневия была полностью разрушена и исчезла с лица земли. Народ сегодня говорил: Наум наставляет Наум. По этой причине этот день считали началом учебного года. Утром крестьянское семейство отправлялись в церковь и молились святому Науму. Они просили благословения детей на учебу. Вернувшись домой, они встречали преподавателя и угощали с хозяйского стола, после чего он начинал заниматься с учеником. Отрок, это ребенок от 7 до 14 лет, должен был сделать 3 поклона и получить в ответ 3 символических удара плетью. Мать при этом должна была громко заплакать, чтобы ее не считали бессердечной. После ребенка сажали за стол, и учеба начиналась. Ребенок раскрывал азбуку, а мать плакала и прочитала еще сильнее. После окончания занятий, проводимых сегодня, учителя одаривали караваем и полотенцем. После этого ученик уже сам ходил на уроки к учителю. На Руси работа учителя считалась престижным занятием и очень ценилась. Приметы. Если сегодня северный ветер дует, это к сильным морозам в ближайшее время. Зимние звезды сегодня на небе переливаются – это к метели. Если рыхлый снег на замерзших окнах начал таять, образовались просветы, завтра, вероятнее всего, наступит потепление. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется и всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, 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 народ, наступает новый год. Он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалов ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ, наступает новый год. Эй, он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок топей. Веселись, 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 народ, наступает новый год. Он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Bum 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 b